27 сентября берег водохранилища недалеко от Десногорска стал местом большого спортивного праздника. 70 человек, сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, были готовы посоревноваться в ловкости, скорости и меткости со своими коллегами. Праздник «Лесная Олимпиада» – не столько спортивное, сколько семейное мероприятие. Ромашки, пираты, Робин Гуды, кометы – эти и другие шутливые названия команд настраивали всех участников и присутствующих на добродушный лад. Мы собрались сегодня здесь, чтобы воистину отметить праздник любви к спорту, любви к здоровому образу жизни. Итак, предлагаю начать. Сейчас на этот замечательный импровизированный подиум выходят наши уважаемые команды. 12 команд, каждая из которых – семья сотрудника уголовно-исполнительной системы отдельного подразделения. Десногорскую колонию поселения номер 5 представляла семья Пудовых. Это самое хорошее мероприятие, которое могут проводить наше учреждение. Это объединяет не только коллектив, но и дружно сплачивает нас и в работе, и в спорте. Семьям предстояло посостязаться в целом ряде испытаний и эстафет, продемонстрировав свою сплоченность, взаимовыручку, умение поддержать, ну и, конечно, ловкость, быстроту, меткость и сообразительность. Эти качества нужны для победы в 6 различных конкурсах. У вас будет 6 этапов конкурса. Конкурс «Самый меткий», конкурс «Запасаем воду», конкурс «Не свое дело», конкурс «Семейная эстафета», конкурс «Одеваем папу на работу» и конкурс «Интеллектуально-спортивный». В некоторых испытаниях требовались особые навыки. Например, в нужной последовательности снарядить главу семейства на вызов по тревоге. Что одевать сначала? Каску, противогазную сумку или бронежилет? Обывателю такие предметы мало знакомы. А для семьи сотрудника специальной службы это, похоже, обычное дело. Праздник «Лесная Олимпиада» для всех стал праздником дружбы, веселья и семейных ценностей. Задача отвлечься от будничных забот была выполнена всеми и в полном объеме. Инициатором данного мероприятия является Управление исполнения наказаний Смоленской области. Мы много внимания уделяем геройко-патриотическому воспитанию и сплочению наших семей, коллективов. Данный праздник направлен на то, чтобы сотрудники после трудной, нелегкой службы могли пообщаться с семьями, познакомиться друг с другом и вообще провести хорошо время. По результатам всех испытаний победила команда из Рославля, сотрудники исправительной колонии номер 6. Второе место досталось представителям СИЗО 2 из Вязьмы, третье – команде аппарата управления из Смоленска. Главный же приз – замечательный отдых на природе с семьей и друзьями – достался абсолютно всем. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Десна ТВ.